Разнообразная концертная программа и показ стильной одежды из магазинов «Шалун» и «Соблазн» были представлены на суд зрителей в ДК имени Шевченко 14 июня. Организатором и составителем программы выступил Дмитрий Исаченко, основатель модельно-рекламного агентства «Мона Лиза» и культурно-досугового центра красоты и здоровья «Вместе к успеху». Здесь искусство дефиле осваивают все желающие в возрасте от 4 лет. Дмитрий Исаченко утверждает, что правильная походка – это залог не только красоты, но и здоровья. В программу вошло дефиле в нескольких стилях, во время которого модели демонстрировали весенне-летнюю коллекцию одежды, представленную магазинами «Шалун» и «Соблазн», а также деловой костюм и школьную форму и соответствующие аксессуары. В промежутках между показами выступали наши юные дарования – Дарина Мищенко, Анастасия Бондаренко, Ксения Дорошенко и хореографический ансамбль Центра внешкольной работы детского творчества «Радуга». Пели также Игорь Ботнаренко и Юлия Недева. В завершение шоу стилист данной программы Дмитрий Исаченко представил всех своих воспитанниц, участниц дефиле. Ведь каждая из них, по его словам, это личность. Оксана Картельян, Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».